Друзья, вот сегодня у нас воскресенье, 4 марта, и вот весь снег у нас ушел, но я вам показываю, что случилось с бедными цветами. Они, конечно, частично замерзли. Вот они вот частично замерзли вот так, но тем не менее кустик жив. Я еще не смотрела те цветы, которые я вам до этого снимала, что там случилось с нашими бедными нарциссами, что случилось с крокусами и с той абрикосой, которая уже расцвела, друзья. Да я даже не представляю, конечно. Но, тем не менее, вот смотрите, что у нас сегодня. Сегодня у нас плюс 6, и все вернулось на круги своя, как говорится. Вот недаром все-таки, вот эту улицу, вот, по которой я сейчас иду, это вот именно та улица, которая была заснежена, и на которой у нас и поземка мела, и ветер свистал. И, в общем, ни машины не ходили, ничего. Вот сейчас она выглядит как обычно, и как будто даже, вы знаете, этот снег весь нам приснился, друзья. Но, тем не менее, мы с вами его запомним, запомнили. 2 дня назад здесь у нас сугробы снега лежали. И, в общем, не было ни движения, ничего не колыхалось. Так что вот, несмотря на то, что говорят, что BBC Forecast, это вот, которые сводку погоды передают, Forecast, по BBC, говорят, что они уже настолько научились все это делать, что у них, в общем, ошибок не бывает. Вот, тем не менее, они говорили, что до вторника будет вот такая мерзкая погода, и снег будет лежать, и все нас запугивали, что циклон тут жуткий какой-то нас посетил и уходить не хочет. А, вот видите, оно возьми, и через день все и растай. И вот так вот. Вот, друзья, вы знаете, я вот иду сейчас по улице, наверное, некоторые замечают, что вот эти вот стоят мусорные баки, вот зеленые, видите, они, конечно, не красят эту улицу и абсолютно не симпатично. Но вы знаете, я хочу вам просто рассказать эту историю. Это вот как здесь мусор собирают, убирают. Это вот сегодня у нас, то есть, вернее, не сегодня, завтра утром, в 7 часов утра. Вот это вот ходит машина. Вот видите, вот баки, они везде выставлены. Вот они определенного цвета. Вот ходит машина мусорная, она ходит очень рано, поэтому люди, видите, еще только середина дня воскресенья, а уже на понедельник на утро выставили. Многие любят поспать и не хотят рано выходить, в понедельник выставлять. Вот они тут будут, эти баки, стоять. Их подъезжает мусорная машина, грузит и выбрасывает мусор. Вот это происходит каждую неделю, в каждой территории по-разному, но вот у нас это происходит каждый понедельник, как я сказала, в 7 часов утра. И поэтому вот люди выставляют. Если не выставляешь, они обычно стоят вот там во дворе, во дворах у людей, эти мусорные баки. Но вот их надо выставлять, чтобы машина их видела, она едет по улице, она их собирает. А вот если вы не выставите, то, конечно, никто вам этого ничего и не заберет. Поэтому вот такие вот дни, когда собирается мусор, то вот это выглядит не очень симпатично, потому что эти баки все, они выставляются на улицу. Ну, хотя, конечно, они выглядят вполне себе нормально, и никаких таких проблем нет. Вот видите, вот там, если видите вы вдалеке, вот стоит зелененький такой этот бак с мусором. Вот обычно место у них такое, незаметное, во дворе где-то в уголочке. Вот, ну а потом их надо вот раз в неделю выставлять, чтобы их убрали. И вот за это вот мы платим огромные налоги, консультакс называется, которые, ну вот, значит, территория убирается местным правительством, government, как оно, местными властями, лучше так сказать. Вот, за это мы платим огромные деньги, если вы думаете, что это все просто так. Нет, ничего подобного. Ну вот они еще пока здесь стоят, видите, вот. И потом их вечером люди выносят вот сюда вот на улицу, на дорогу. А вот, и что еще хочу сказать. Сбилась немножко, что говорила. Ну вот я говорю, что местные власти, они убирают вот эту вот территорию, так у нас называется, она придомовая, да? Они вот следят за уборкой мусора. И даже вот эти вот баки все, они присылают.
Если вы запрашиваете, если у вас там поломалось что-то или что, вы даете онлайн заявку, пишете свой адрес, и вам вот эти вот, значит, присылаются новые бачки с мусором. Что я за мусор заговорила, я не знаю. Короче, вот так меня бросает с одной стороны на другую. Вот я сейчас иду в бассейн. Я обычно в 2:30 хожу в бассейн дважды в неделю. Вот сегодня в бассейн иду. Немножко потеплело, так даже, вы знаете, я наодевалась по привычке. А тут, оказывается, и тепло даже. Ну, посмотрим, что у нас дальше случится. Я вам буду продолжать свои видео снимать, друзья. Но это опять такой коротенький репортаж, так скажем, с места событий. Вам рассказала, что у нас сейчас происходит. Вот, я как тот, знаете, этот самый, как он, чукча, что вижу, то пою, да? Вот, начала рассказывать вам про погоду, увидела мусорные баки, стала про мусорные баки рассказывать. Ну, вот такая вот я, не знаю, как сказать. Ой, господи, не знаю. В общем, друзья, увидимся. Всем желаю хороших выходных, то есть уже окончания выходных, хорошего воскресенья, хорошего воскресного вечера. И набраться сил к новой рабочей неделе. Я вас всех люблю, жду всех на своих новых видео. Пишите, что вы думаете. Пока-пока!